А теперь еще раз все вместе. Молодцы. Итак, у нас сегодня приятный день, потому что сегодня день рождения у одной замечательной девушки. Луиза. Где она? А ну-ка давай к нам на сцену. Давайте ей громко-громко похлопаем. И споем ей вместе. И... С днем рождения тебя! Громче, громче! Тебя! С днем рождения, Луиза! С днем рождения тебя! Похлопали, Луизе! От нас ты получаешь фирменный браслетик, который светится ночью, так же, как и ты. А то, ну-ка сейчас становись сюда. Луиза не знает, что происходит. Итак. Каждому имениннику мы дарим подарок, наш любимый танец. Так что давайте все встанем и станцуем с ним. Не белки, самый сладкий танец. Шоколадный. Итак, готовы? А ну-ка нашему высокому белочкину. 3-4 и... Хорошо, тогда Луизе сказали 3-4 и... Они ее любят больше, чем тебя. Что-то хотели тебе сказать? Кто это был? Это вы? Вы оттуда скажете?
Хорошо, начинай. Давай, и. Happy birthday to you. Аплодисменты, это же нам такая удача, день рождения именно у нас. Итак, ребята, по просьбе наших друзей, да и не только, по многочисленным вашим просьбам, мы сделаем сегодня только дискотеку. Кто будет танцевать? Все танцуют, да? Прекрасно. Но перед этим мы наградим сегодняшних победителей в дарте, а завтра зададим прекрасные желания проигравшим. Итак, в первом туре, в турнире по дарцу победила Саша из отряда «Питерские львята». Громко-громко похлопали Саше. Саша, верхний глаз. «Питерские львята», вы там похлопали Сашке. Итак, во втором туре разразилась настоящая борьба. С отрывом всего лишь пару очков. Третье место занимает Ульяна из отряда «Космос». Ульяна, где ты? Уля спит, хорошо. Второе место уходит Саше из отряда «Дети Олимпа». Давай, давай к нам на сцену, чтобы на тебя посмотрели все. Еще раз Сашке громко похлопали. Ну и первое место занимает Алиса из отряда. Кто? Да нет, Алиса, а не Алика. Алиса же, правда? Да я пошутил. Алика из отряда «Питерские львята». Приходи к нам на сцену. Вообще-то это победитель. Вы чего? А ну-ка громко и похлопали. Кто-то попробуйте так попасть в канал. Итак, хорошо. Все формальности в сторону. Дискотеки быть сегодня, да? Да! Мы достаем. Все встаем. Сейчас разогреемся с вами. Как следует. Ну и сможем приступить к танцу. Это как спорт. Сначала разминочка, ну а потом серьезные вещи, да? Итак, что мы будем танцевать? Да у нас где-то 13 клубных танцев. Какие белки? Может, это другое? Белки. Давайте попросим Андрея, чтобы она включила. 3-4 и... Нет. Я не услышал, что они хотят. Еще раз, Андрюха сегодня капризный, как некоторые дети. Итак, 3-4 и... Ну, теперь я услышал. Они довольно убедительны. Танцуйте своих белок. Тебе меня кунула, были мелким еще не дня. Я жил за маслом в кобуре. Вслед я дыхнул на заре и нашел ее. Думал я, покажет мне и бросит в руку чебуре. Сколько белок я сломил, сколько белок поменял, сколько блоков по сети. Слышу те же все слова. Нес опять не ту, не волнует, что устал. Вот мои сомнения, белок ты менял. Белок, 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 белок
чтобы я дышал от меня словес. Ты со мной говоришь, что родил пенсию. У меня, честно, больше не отосет. Так что ты меня часом просил. А твоих историк я устал. Но мне уже надел ты меня. Успокоительного пока тебе я в голову прописал. Сколько белых я словил. Сколько белых от меня. Сколько баков по сети. Слышу те же все слова. Итак, значит, мы готовы к дискотеке, да? Кто не готов еще? Зуфура. Красавица, ты всегда готова. Итак, готовы? Давайте строим тогда обратный отчет. Давайте, 10. Секунду, нет. Питерские ребята спят. Эта часть детей Олимпа спят. Давайте все вместе. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И музыку все желающие на сцену. Я прежде нас не думаю.
We're gonna make it.